Слово сказать, Russian сказки — это вообще-то альбом-пародия. Это альбом-пародия на, как на русский рок, так и на западный. И, наверное, многие продвинутые слушатели узнали, на что конкретно это было, эта песня была, явилась пародией. Рядом со мной сидит человек с высшим музыкальным образованием, один из первых людей, который начал в этой стране пропагандировать свою виолончелью западную музыку. Неоконченный шутер, то может. Правильно. Это значит глубина постижения. Потому что всегда нужно знать первоисточник. Так вот, «Sixty Tones» была позаимствована именно у Шуберта. А сейчас тоже будет песня-пародия. Говорят, что на Pink Floyd, но на самом деле у нее очень-очень много всяких отсылок. Песня под названием «Письмо другу за границу» или «Карта москвича». Политических тайн идет война онлайн. Френд-лента двоится в сонных зрачках, и пустота подступает, и камень в руках, и языческий лозунг, пробудившийся вновь. Кровь за кровь, а где-то забастовки и взрывы, бесконечно усталые люди и срывы, и в забитом просыпается лютый волк. Бессмертный полк. И нет ничего, только евробой. Сквозь стеклопакеты и небо голубое, капли православия в бесстыжих очах и карта москвича. Нет ничего, только евробой. Сквозь стеклопакеты и небо голубое, капля православия в бесстыжих очах и карта москвича. Очистный ключ чай. Yeah.